прячется в человеке, ждет, когда он станет тоньше и станет тише, ждет, когда он, опуская однажды веки, снова услышит, вдруг снова ее услышит. А бывает в музыке тесно в такой коробке, а человеку кажется, что на сердце скребутся мыши, и тогда он идет поорать в караоке, а заодно напиться от того, что ее не слышит. А еще бывает, музыка рвется из человека, а у него ни голоса, ни слуха, ни трех аккордов, а ее так много, как почек весной на ветках. И тогда он решается бесповоротно, твердо. Тихо вздыхает мама, он даже не замечает, что давно остается юным, а это еще не музыка, это просто гаммы. Не заслужишь, и, возможно, ее величие в том, что какому-то алкоголику она просто в стакан льет.